Тогда еще раз, кто вы, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей, компания МТС. Я хочу вам напомнить о том, что сегодняшним днем у вас заканчивается срок обслуживания вашего номера телефона, согласно договору. Я с вами связался для того, чтобы продлить вам ваш номер в обслуживании. Подскажите, вы будете пользоваться данным номером в дальнейшем? Да, конечно, планирую. Так, хорошо, в таком случае я регистрирую заявку на продление вашего номера. Данных от вас я никаких не требую абсолютно, так как все данные вы предоставляли в салоне сотовой связи. Подскажите, пожалуйста, мне срок, на который мне продлевать ваш номер в обслуживании от 1 года до бессрочного. Бессрочно. Так, указываю бессрочный срок. Я вам направлю договор на адрес электронной почты, который у вас подвязан к госпорталу. То есть мы в любом случае с госпортала, с госуслуг будем подтягивать ваши персональные данные. Так, я вам направляю сейчас смс-сообщение с номером регистрационной заявки на продление вашего номера. Подскажите, с госпортала вам поступило смс-сообщение? Поступило, но ваши данные я сейчас записал, ваш номер телефона, я передам в службу безопасности, вы позвонили в компанию МТС сейчас. Спасибо за то, что вы так подробно описали информацию, передаю в службу безопасности. Спасибо. Что у вас есть, что еще ответить? Ну, описали мошенничество свое. Сейчас передам, куда необходимо. Есть еще что-то добавить? Уважаемые граждане, только сейчас вот сообщили, что появился новый вид мошенничества. Звонят представители сотовых компаний и говорят, что у вас заканчиваются сим-карты. И для того, чтобы продлить срок службы сим-карты, вам скидывают ссылку, вы переходите по этой ссылке, и все сведения пересылаются вот этим мошенникам. И по этим сведениям они спокойно могут заходить на госуслуги и от вашего имени распоряжаться всем имуществом, которое у вас зарегистрировано. Такой повальный вид мошенничества сейчас пошел в Москве, вот в связи с чем вот нас сейчас как бы это предупредили, чтобы по возможности всех предупредить, чтобы были аккуратнее в плане того, что сим-карты у нас у всех бессрочные, но звонят именно с первыми номерами сотовых компаний и представляются сотрудниками сотовых компаний. Поэтому предупредите всех, кого можно.